Доброе утро! Вам хит, Крабья Кунгс! Human Girls Entertainment Peter Spell Зилтини Фредди! Скоро споколы это! Пидот Кокарайя Фредди! Малайцы Антасал Контер! Тескала паса стоит упомянил! Искаты и валута! Петрусия стоит в стране нога! Это школу! Школа! Фредди! В этой слабой сакторице сундай! Братан Сута! СРС готовая родилай! СЦР который? И дальше газ бургастес! Есть вкусный завтрак! О, ты габатас! Пара батарей, на лайка будет галантика, мы своим скоро. Сам своя рудена, а складаю косы. Стой, здесь же скоро, Фредди. Я провожу тебя до школы, Фредди. Беткуриса, зилтинес. Не слабились! Зилки не сразу скула, бахали из бокс. Инчин спида, отген ходили этас. Эсэ зэсэ лукоке бунце. Эсэ лэ баку стадэсэ мэра квэц. А он забрал у меня игру! Эй, это моя игрушка! Не думаю, не думаю, что это настоящий призрак. Да, на свете не бывает призраков. Мы с Лютером найдем того, кто пугает рыбок. И вернем игрушки, которые он забрал. Удачи тебе, Фредди. Катесу никогда не знаешь, где могут пригодиться эти ножницы. Никаких тюрьмов не стоит. Призрак просится в кабинет директора. Призрак вас вызывает директор. Эй, Лута! Это был призрак! Давай поймаем его! Эй, ты! Останови! Тату, ребята! Имей в виду! Я еще вернусь за этой игрушкой! Фредди, он чуть не услышал мою любимую командора Трисколь. Зачем этому призраку нужно отбирать игрушки? Смотри, это кусочек призрака. Люта, я думаю, призраки не носят простыни. Кто бы это ни был, он просто носит костюм призрака. Я придумал! Давай поймаем его в ловушку! Смотри, у нас есть почти все, что нужно! Да? Это список предметов, которые нужны для ловушки. Мы должны найти трезубец, водолазный шлем, спасательный круг, веревку и блок, чтобы сделать ловушку. Какая удача! Да, давай, мы нашли фиолетового морского ежа! Шигалда потока от Сетвескус. Там он свернул. Это же книга о том, как развязывать узлы! Это может нам пригодиться! Yeah.
Это дорога к старым развалинам. Толпам. Свекс Кейси. Кассерпелюкс. Привет, Кейси. Что у тебя случилось? Меня так сильно взволновала статья в журнале, что с моего мусора и телячки. Обе из них я ничего не вижу. Думаю, мои очки упали куда-то вниз. Что же я буду делать без моих очков? Перестань, Кейси. Все не так уж и плохо. Послушай меня. Мы найдем очки. Не беспокойся. Я найду твои очки, Кейси. Ох! Я не смогу туда поплыть. Может, это сделает тот, кто помоложе? Поменьше? Позеленее? О, это ты обо мне? Ну, а помоложе? Так и быть. Ну, это буту. Вот так! Отличные очки! Вот тебе твои очки, Кейси! Круто! Знак благодарности! Я хочу бы подарить тебе мое изобретение! Это усовершенствованная, суперэластичная, многозарядная рогатка, которой я приладил суперточный прицел, увеличивающий точность стрельбы и дополнительные резиновые ленты. Фредди! Ты не могла бы поднять ее? Конечно, Люта! Кто там Сута? Эта статуя держит трезубец. Как раз то, что нужно нам для ловушки. Эй, эта статуя крепко держит свой трезубец, да? Ты не прав, Лютер. Трезубец упирается в потолок. Нам еще нужно 4 вещи, чтобы сделать ловушку. Ням-ням. Так, шоколада. Ням-ням. Червячок в шоколаде. Обожаю червячков. Вот он, да! Тебя могут поймать. Да? Это же не чей червячок. Да нет, я не об этом. Этот червячок висит на крючке. Фредди, ты спасла мне жизнь. Как я смогу отблагодарить тебя? Лютер, перестань смеяться. Если мы попытаемся снять червячка своими плавниками, мы можем пораниться. Думаю, эти ножницы смогут нам помочь. Вылазки. Отлично. Лютер, этот червячок может нам еще пригодиться. Ты права, Фредди. Там тоже Фредди. Thank you.
Это дорога к подводной лодке. Лютер, тут вам был посак на Юра Сэзи. Лютер, дай мне того морского ежа. Этот водолазный шлем пригодится для ловушки. Эй, Лютер, ты можешь поддержать меня? Я ценю ту работу, которую ты делаешь. Я не об этом, Лютер. Этот шлем опутан водорослями. Помоги мне вытащить его. Ой, а я не догадался. Ох, как же мы сможем снять этот шлем для ловушки? Я думаю, что есть способ сделать это. Нужно просто его придумать. Я подумал. О, круто. Вот, Лютер. Отлично, капитан. Он свободен. Нам нужно еще три вещи для ловушки. Смотри, это же спасательный круг, который нам нужен. Но нам так нужен этот спасательный круг. Лютер, у тебя есть шанс совершить хорошее дело и накормить голодного. То есть я должен отдать моего червячка, мою самую любимую в мире еду, да? Давай, Лютер, угости Эдди. И мы сможем взять спасательный круг. Ну что ж, моя задача ясна. Лютер, ты все сделал правильно. Я горжусь тобой. Да, я люблю совершать правильные поступки. Этот спасательный круг как раз то, что нам нужно. Еще две вещи, и у нас будет все, чтобы сделать ловушку для призрака. Привет, капитан Шнитти! Что с подводной лодкой? Она больше никуда не уплывет. А так все в порядке. Я могу спокойно петь мои песенки. Мы можем отвязать эту веревку, капитан Шницель? Да, вы можете. Я твой оппонент. Если развяжете, конечно. Даже я не смог развязать этот узел, которым она завязана. Кажется, мы на верном пути. Продолжай так же, и скоро мы сможем развязать веревку. Ой, посмотри! Да! Теперь у нас есть веревка для ловушки. Осталась еще одна вещь, и мы сможем сделать ловушку.
Кайзерс Холстейба. Да, великий канал. Нужно возьмем этот канал вирус. Надо это сдать. Но мы не сможем взять давно игрушки, пока рыбки не выйдут из школы. Пять зелтых славы! Но рыбки все еще в школе! Из-за этой рыбы, Фредди! Да, великий канал! Больше никаких уговоров! Мы сделаем то, что должны! Я босс Космос Ада! Мы должны избавиться от этих рыбок! Это дорога к лужам. Удачлив будет день, если ёжика морского подобрать не лень. Эта лужа слишком далеко от меня. Я не допрыгну. Ой, мы же не летающие рыбы, чтобы допрыгнуть сюда. Ура! Мы уже на другой стороне. О, Лютер! Морской ёж прямо по курсу. Так и есть. Да, я взял его, капитан. Паска ты, сута. Попу сакана сила сэзис. Смотри, Лютер! Фиолетовый морской ёж! О, как же он смог туда попасть? Ох, я не умею так высоко прыгать! Вот, Лютер, почему бы тебе не испытать эту рогатку? Отличная идея! Давно мечтал испытать ее в деле! Знаете, да. Получилось! Отличная работа, Юта! Да, Юта! Здесь находится город. Это оттуда спился это. Сейкс Боб. Мы с Вэлами снопикнуем с Боку. Привет, Боб. Мы хотим купить у тебя Бок. Бок?
Так же сказал, внесите ясность, я не могу взять кто. Блок вам нужен или все же блок? Ньютон, наверное, ты хотел сказать блок, а не бок. Ой, да, я немного ошибся. Я могу один отличный блок продать. За него прошу морских ежей всего лишь 5. Вот один морской еж, Боб. Вот второй морской еж, Боб. Это наш третий морской еж, Боб. Вот вам четвертый морской еж, Боб. Это наш последний морской еж. Большое спасибо, Боб. Дела у меня здесь не так уж и плохо. Очень рад видеть всех, кому нравятся блоки. Мы поймаем призрака! Мы готовы сделать ловушку, Лидер! Кажется, все готово! Лютер, можно использовать твою игрушку как наживку? Ну, хорошо! Ну, ладно! Наша ловушка готова! Кто-то плывет сюда! Хей, босс! Смотри! Игрушка! Мы заберем! Давай, Лютер! Ай, где тут-то? Хей! Это же рыбка в клетке! Лютер! Он Лутас! Хвою свою благодать маленьких рыбок и забирать их игрушки! Давай скаваться с той скорой, где ты котом ешь в хату этот! У него никогда не было игрушек! Вы должны были знать, что нельзя просто так брать чужие вещи! Вы знаете, это надо на прогулку. Хорошо, вы можете забрать эти игрушки. Маленьким рыбкам игрушки нужны больше, чем великому кальмару. Лук! Отдайте великому кальмару. У него должна быть хотя бы одна игрушка. Давай, Лютер! Нам нужно отнести игрушки малышам. Смотри, что мы нашли игрушки маленьких рыбок. Ура! Ура! Мы раскрыли эту тайну, миссис Крокер. На самом деле, это был никакой не призрак. Это были две акулы, которые притворялись призраком. Поздравляю вас! Вы спасли нашу школу. Бейбес! Спелла, ты вот слышала, как это моя только раз, как мы спали с геймс, это геймс, ты тут стоишь, ты это сконцентрировала. Ну, кривало, да стука, и смысл, и скаспа спайс, и смонтоте гики, гугл трансвейт. Если с вами, нам некогда скучать.